Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР. Какие-то новости. Что-то забрали. Ага. Бесплатный. Давай сюда. Спасибо. Так, в приключениях, в кубках. Новые задания. Новые задания. Проедь так на чудовище. Выиграй 6 гонок и получи. Угу. Времени на вертушке. На чудовище проехать 2000 метров. Ладно, если не забуду, ребят, я попробую. Так, сундук. Окей. Всем здрасте. Одно место покрасьте. Шучу, шучу, ребятушки, шучу. Так, ну что, давай, чудовище так чудовище. Так, что за машина у нас чудовище? Оно 2000 метров, я должен на нем проехать. Ну, давай хотя бы для начала его подкачаем, наверное, чуть-чуть. Ой, чуть не то. А я все деньги спалил. Ладно, 2000 метров. Друзья мои, 2000 метров на этом барахле я должен проехать. Ну, задание у меня такое, друзья мои. Просто задание. Это там шпарит, прям аж пердит, как не знаю кто. Вот ты скажи, вот как вот он на нитро сейчас будет. Вот он едет, он пропустил, ребята, нитро. Ну, мне надо было 2000 метров проехать. Поэтому, друзья мои, я и выбрал эту машину. Пердуху эту. Господи, какая же она, ребята. Я не знаю, как это даже сказать. Да, я не спорю, она не прокачана, но... Этот фраер опять впереди, да? Джуниор. На своем этом баге. Давай, давай, опережаем его, есть. Блин, у нас еще гонка. Фига там этот байкер на... Ой, а тут мы... Ну, байкер там, конечно, наяривать-то будь здоров. А как, интересно, с места сделал такой кувырок? Джуниор, все, встрял. Да нет, ребят, он опять тут. Первым, да, будет? Ну да, он первым тут. С горем пополам. Ну что я там? А сколько я проехал? Понятно, мало я проехал. В туннелях, блин, на этом пар... Что значит долговечность? Более низкий корпус и эффективный амортизатор увеличит не только устойчивость автомобиля на высоких скоростях, но и его прочность. Не, ребята, уж вы, конечно, извините, но в шахтах я... Нет, я пас. В шахты я возьму, да, нашу любимую машину, но... Ну никак не чудовище, ребят. Ать, а он-то... Это я один, да? Как Лашпен сейчас сделал. Все, как видите, нормально притормозили. А я на всех скоростях. Мне же больше всех надо. Давай, 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 есть! Е-е-е! Бой! Ковбой! Так, тут байкер. А ты видел, как он хитро сделал, правильно? Он ребят, колесами уперся.
Так, подожди, здесь, по-моему, вот сюда надо. Да. Помню еще, друзья мои. Спустя года, спустя века я вспомнил все. И все забыл. Тут же. Это временное явление, ребят. Так, подожди, подожди. Ну что, ну как корявый сморчок. Ты там не припухли там кренделя-то наворачивать, парнишка? Учитесь у папы как надо. Вот и все. Вот и все. Изи. Ну, не совсем, но проехал. Класс, класс. Так, пляж. Ну, на пляжу можно, ребята, и на задрипке покататься. Где она? Хотя, опять же, не факт, на пляжу, блин, на задрипке. Почему она ни хрена не едет? Вот ты мне объясни, вот эту вот. Господи, ну она вообще не едет, ни шиша, ребят. Я не знаю, она даже в горку, наверное, не заедет. Ну! Это ж надо такое убожество, ребята, приобрести. Да набирает и скорость, вот. Вытянула, блин. А тут-то как? Понял. Да, ну и машина, я тебе скажу. Это просто какой-то... Просто какое-то, ребят, недоразумение. И не надо говорить, что она не прокачана или еще что-нибудь. Ну, если она... Ну, действительно, фуфло, ребят. Ну, как я могу заставить сказать, что это не фуфло? Да ну пипец, ну да давай такой. Ты издеваешься, что ли, сейчас? Ой, ребята, ну это. Ай, да. Какая нафиг, чертова бабушка, миниатюрность на дороге? Какие вообще прибамбасы, а? Ребят, ну. Ну, наконец-то. Главное, я, ребята, это задание выполнил. Остальное мне не важно. Блин, мне еще одна гонка. Да ну куда ты? Ты же здесь... Преодолели, да? Господи ты, боже мой, помилуй. Еще не легче. Иди отсюда, хмырь. Есть. С горем пополам, друзья мои, да? Третье место, но фиг сделаешь. Лишь бы задание, как говорится, получить. Точнее, приз. Так, выиграть 6 гонок, получить 250 времени. Это на вертушке, да? На вертушке. Где моя вертушка? Где моя вертушка? Вот она. Ну, нам под силу, я думаю, 250 времени в воздухе-то продержаться, ребят. На вертушке-то. Окей. 6 гонок завершили. Точнее, выиграли. Блин, хотел сказать, забираем награды. У нас же еще тут гонки же не закончены. А почему не было таймера времени в воздухе?
Вот пошел таймер. Заедь. Заехал. Ху. Так, там горючка внизу, давай возьмем. Да не надо мне переворачиваться-то, ну. Такс, 250 времени. Поехали. Три, пять, шесть. Шесть, восемь. Ну что, вы хотите сказать, что... Ну куда ты там лезешь, Бигфут? Как тебя там? Блин, я не прошел еще, ребят. Давай заберем. И заодно посмотрим, сколько там еще. Блин, да дофига. Дофигище просто. Ладно, я прям вот на миле в пустыне сейчас поеду. Прям на вертушке. Прям попробую, ребята. Там попрыгнул, что ли, какой-то? Мне показалось. Я вроде что-то слышал, как будто что-то прыгало. Я не в пропасть ли лечу, нет? Не, нормально. Обалденно, да? Да что не так-то с тобой, ну? Весь прям из себя. Так тут еще одна гонка, что ли, получается, ребят? Я самый легкий путь как будто выбрал бы, блин. Я так и думал, что не попаду. Неужели? Прям перед финишем, друзья мои, мы выполнили задание. Окей, давай заберем. Так, магнит. Дайте мне забрать мою награду. Ускоритель фляг. Так, что тут у нас новости? Новости двухнедельной давности, да? Так, ребят, пляжный кубок. Пляж, пляж, пляж. Ну, давай по старинке. Ого, ого, ого. А он, гад, горючку подобрал, а я не подобрал, ребят. А вот здесь подберу. Замечательно. Четенько все. Прям великолепно. Не, в каких-то моментах, ребята, я его обгоняю, но в каких-то... Ну, спорткар там какого фига делает? Спорткар-то как может меня, блин, перегнать? Ну? Я не понимаю, как он чешет спорткар круче, чем, извини меня, этот. Другой задрипыш. Они все задрипыши здесь, конечно, но... Главное не быть хуже задрипышем, чем они. Так, шпарим, 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 шпарим. Есть. Есть, роднульки. Да, ребят, первое место. Обделыши несчастные. Я выиграл эту гонку. Так что не свисти мне там. Так, я еще, кстати, получаю сундучок. 26 тысяч. Почему у меня вопрос, ребята? Да. Я думаю, чего я не получаю награды? Потому что у меня здесь сундуки, оказывается. Усиленная турбо на баге. Думаю, катаюсь, 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 катаюсь. Что тут у нас? Лесной кубок. Лесной кубок. Давно, друзья мои, я не катался вот на этом.
Ох, как давно, дай вспомнить мне молодость. Только дай вспомнить, они... Блин, опять это, ребята, колымага, блин. Которого сейчас вперед... Это новая машина, у меня такой нету. Вопрос, как вот эта задрипуха... Ребят, как вот эта задрипуха... Такая... А, ну он понял я. Он на этом ехал. Скажи, я скажу. На нитро. Ну ты серьезно? Да как он там шпарит-то так, блин? Пипец, я подлетел, блин, выше крыши, блин, и завис еще там, блин. Хрен знает насколько. Вот хоть бери этот, чтобы она не прыгала. Как его? Противовес, ребят. Прямо раздражает, ну серьезно говорю. Нет, ребят, вспомнил детство, но понял, что это, ну, не мое. Ну, не мое это, понимаешь? Ой, это что такое? Ух ты, что-то новенькое, ребят. А, это джунгли же, да? Джунгли зовут? Блин, я думал, что это... А, там обезьяны сидят. Обезьяны сидят и кокосы жуют. Ну, что-то здесь как-то изи вообще. Тут изично я прошел на маге. Давай вниз. Палец великана или что это? Дерево, блин. Палец... Палец великана. Рэй, как ляпчик эту фигню, блин. Понятно. Вы сейчас издеваетесь, да? Вы сейчас хотите сказать, что вот это дерьмище меня еще и обгонит. Нет. А просто выглядит как палец великана. Ай, Рэй, ну как ляпнешь. Хоть стой, хоть падай. Пальцы великана. Ничего лучше придумать не мог. Ну, понятно. Я даже, ребят, не стал там пытаться. Даже барахтаться не стал. Жираф, сиди на месте, не дергайся. А то палец великана получишь. Кой, куда? Ай. Ну, выиграл, друзья мои. Выиграл я эту гонку. Причем в чистогане. Неожиданно как-то для меня на бай... ох ты, какой сундук-то тут. Какой сундук тут подогнали. И самое обидное, что ничего в нем хорошего не было. Так, приступайте к развлечениям, я понял. Такс. Мы обычно развлекаемся на чем, друзья мои? Плане. Погоди, погоди. А сфига ли заблокировал? Я что-то не понял. Почему заблокировано-то? Устранение сопротивления воздуха. Да мне плевать, что он устраняет. У меня здесь все было открыто. Вы че? Достигните уровня мастерства. Открывает четвертый слот деталей. Я не понял, что за фигня? Фух. Вот оно что, ребята. А что надо сделать здесь? Устранять, добавьте... Так, подожди. Что-то я не пойму. Достигни уровня мастерства 1. Открывай четвертый слот деталей тюнинга.
Так, друзья мои, к вам вопрос. Что это за фигня? Достигните уровня мастерства 2. А где его достигать-то? Вообще, ребят, не вдупляю. Серьезно говорю, я не вдупляю. А вот здесь почему-то нет такого. Подожди. Здесь, главное, есть. А тут нету. Че-то я вообще, по-моему, от... Ух ты, нифига. Ого-го. Так, не, нет шин, нет проблем. Новинка. А что, чтобы ее получить? Приз за соревнование. Ховербайк. Офигенно выглядит, ребята. Перейти на Гран-при за 600 звезд. Вступить. А что нужно сделать? Чего гол? Кому гол-то? Мне гол, что ли? Нифига не вдупляй, ну и что? Куда он должен прикатиться? В ворота во вражеские, что ли? Ни черта не пойму. А назад-то я... Пипец, дурачина, ты просто фи... Отстал, по-моему, ребята, я от жизни. Я не могу понять, что надо сделать-то здесь. Гнать мяч, да? Ни черта не врублюсь. Ну почему? Я все, я не могу никуда дальше ехать. Короче, выход. Я не врублюсь, ребят, что надо делать здесь, если честно. Просто не пойму. Не видать мне ховера этого, короче, с такими темпами. Поехал я обычно на обычной гонке, ребят. Что надо сделать, блин? Не объясняет ни условий, ни хрена, блин. Гол! Чё гол? Чё? С какого, блин? Кому гол, блин? Ну, факт, что гол, наверное, мне идет, потому что... Ну, раз очки, ребят, мне не засчитываются, значит, мне гол. Ну, логично же. Ох, 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 лопухнулся ты, Рейчик. Да, тут вообще проиграл в сухаря. Да еще самое обидное, что все три машины... А, нет, у спорткарта как мог выиграть, ну... Мне так колбасит-то здесь по-жесткому. Ну, хоть второе место занять. Ладно. Второе место заняли с горем пополам. И вон тут скорость. Ого! Но это, видимо, ребята, чувак, который... Который знает эту трассу. И вот этот спорткар выбешивал, который сзади ехал. Почему я опять-то третье место взял? А, видимо, я то, что первую гонку вообще не выиграл. Вождение по бульвару. Это город. Город грехов, друзья мои. Это город грехов.
Виктори! И полетел в небытие. С криками, да? Здравствует свобода. Просто, ребят, всю гонку пролетел там где-то в небытие. Так, райская бухта. Давай райскую бухту попробуем пройти. Ну, давай на этом. Я забыл, что такая резвая-то. Вот как я еще раз говорю, ребят, хватает мне на ней ускоряшки. А ее нету на этой машине. У меня, по крайней мере, ребят. Ну, турбо, я имею в виду, когда берешь горючее, чтобы оно у тебя бустилось. У меня этого нету. Потом как обсосок себя чувствуешь. Какие-то, как недоделанная, знаешь, машина. Вроде все есть, что надо, а вот именно вот то, чего нужно, мне не позволено иметь. Насколько я могу понимать, одна гонка всего лишь здесь. Потому что она очень длинная, затяжная и, в принципе, врагов больше нету. Да, я на яхту приземлился и поехал в освояси. Так, ну понятно, 2000 монет, я уже понял. Дай-ка я вот это все подкрываю. Усиленная турбо на автобус, друзья мои. Так, опять шахты. Блин, да что ж такое-то? Как вот это все сделать, а? Много чего пропустил в свое время. Теперь не пойму, что где надо делать. И для чего. Как фуру улучшить? Получить первого ранга, что-то там, мастерство. Где его мастерство это получаешь? Непонятно. А этот, ребята, шпарит на этом. На нитро. Или форсаж. На нитро, по-моему, да? Или форсаж, фиг его, я уже не помню. Что у нас стоит? Не, по-моему, форсаж. Да, форсаж, ребята. Нитро это когда ты просто берешь. Не всем дано было сюда запрыгнуть, как я понял. Нафиг надо было так делать. Ну да, просто приятно, ребята, спустить пальчик с кнопки газа. Чтобы не было таких вот казусов нелепых. Ну мы же, блин, легких путей не ищем. Нам же, нас же хлебом не корми, дай повыеживаться. Вот так получается все. Первое место. Кстати, ребята, в стикманах, которые были до этого ролик, почему нет моего голоса у микрофона? Этот шланг, хотел сказать. Шнур отвалился, ребят. И я этого не заметил. И поэтому получилось так, что я записал игру без озвучки. Я надеюсь, это никак не повлияет на суть игры. Так что извините. Бывает такое. Всегда что-то отваливается, где-то откручивается, отвинчивается. Главное это вовремя потом заметить и исправить. А то ведь у меня как идет? У меня идет потоком. То есть я одну игру играю, потом сразу переключаюсь на вторую, на третью. И хорошо, что вовремя успел заметить. А то бы была бы не одна игра, а несколько. С эффектом тишины. Так, погоди, погоди, погоди. Да какого лешего-то эта формула дрянная, блин? Вонючая формула еще как это лезет, ты прикинь? Носок потный, я ее так называю, эту формулу. Почему? Потому что, ребята, у нее форма как потного носка. Ты посмотри, закругленное дерьмище. Так, ладно, шутки в сторону, ребят. Мой главный конкурент здесь.
вот барахло, которое от меня, кстати, не отстает. Есть. Вот я про нее говорю, про синюю. Первое место взяли. Значит, мы молодцы. Нагорный кубок. Можешь фуру взять? Нет, на горном кубке фуру брать. Нагорный кубок. Это же опять пещеры, по-моему, если не ошибаюсь я. Ребят. Опять пещеры, да? По-моему, да. А, горы. Ну и пещеры тут тоже, по-моему, будут. Я понял все. Там только одна машина, ребята, умудрилась перепрыгнуть. Я так и не помню. По-моему, тоже... А, он аккуратненько едет. Он аккуратненько едет, потому что он знает, ребята, если он втюхается, у него... этой, крыша хана. Ну да. Его машине сразу будет крышка. Ее раздолбает в хлам. Ну а теперь мы посмотрим, кто на этой трассе царь. Смотри, это говно не отстает от меня. Да ладно, он еще чмошник. Он меня еще и подрезал, да? Ты прикинь, говнарь, блин. Хорошо, что в тех гонках он проиграл, блин. А так бы был бы первым. Он меня подрезал прямо на финише. Я пришел вторым. Вот так вот, ребятушки. Это что еще за... Слушай, это новая трасса какая-то, ребят. Я на такой не был. Оу! Куда это в Поднебесную-то? Я такой не видел. В первый раз я это вижу. Мне понравилось. Особенно мой последний вот этот полет. А, это шарики какие-то надо. Ты лопаешь шарики, и у тебя от этого ускорение идет. Слушай, ну это круто. Куда-то сейчас приземлюсь, наверное. Ай! Шарик не лопнул, ребят. Ну, тем не менее, я... Первый приехал. Слушай, нормальная трасса. Развлечение такое, да? Парк, так скажем, аттракционов. Так, у нас дальше идет кубок претендентов. Давай попробуем вот на этой вот. Ой, сразу с мостика начинается. Да, ребята, с мостика как-то. Твою же душу. Да куда ты? Кубок претендентов. Кубок претендентов, кто первый разобьется. Так, давай. Давай, наяривай. Гитары семиструнные. Ведь ночь такая лунная. А ты еще не бритый, да? Че несем? Так, 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 так. Спорткар, байкер, все ненавистные мне охламоны. Но я выиграл. Ребят, я выиграл здесь. Ай, без супер-пупер буста. Выросла капуста. Давай. Вот на скорости, вот она врежется, что все, у нее сразу же скорость, блядь, теряется. А, ну эту я помню трассу. Эту трассу я вспоминаю. С горькими слезами. Есть. Прекрасно. Ну а как иначе может быть, ребят? Оп. Так, 30 самоцветов. Хорошо. Так. Всем здрасте. И главное, не отправил. Молодец. А что? Что у нас тут? Что это такое? Какой-то родео я слышу. Присоединиться к двум командам матча. А как она так стартанула-то на такой скорости, друзья мои?
Это что там за беспредел такой был? Ну, неужели это настолько прокачано нитро, что прям... Не приобретен... Ой, тихо, какое... А я, кстати, почему-то ни у кого еще не видел этого ховера. Ну, по крайней мере, про... Блин, я понял, тут нужен. Ай, все, ребят. Ну, кто же... Блин, ну это я все, я уже не выберусь отсюда, ребят. Это пипец. Этому называется приплыли. Если бы я знал, конечно бы я взял бабуран бы. А это бесполезно все. Хоть ты тут завыкрутасничай. Да, ладно. Ну проиграл, ребят, ну а что сделаешь? Кто знал-то? Три секунды, и ты всмятку. Извините, ребят. Три секунды, и ты всмятку. Трасса противная, а. Ой, что-то меня тут замотыляло. Да ну, баги, ну ты едешь хуже, чем они. Ёпрос это, ну чё ты вытворяешь-то, блин, а? Просто, ребята, хуже некуда. Прокатились. Чё, горы какие-то? О, да. Египетский ты карась. Вот жесть, а? Придумали же трассы, блин. Жестко. Все, да? Все, что смог, я сделал. Креатив. Да не нужен мне ваш креатив. Что тут? Почему не написано, что нужно сделать? Я так понимаю, мяч надо куда-то гнать, блин. И забивать, скорее всего, так. Ладно, друзья мои. На сегодня я, пожалуй, буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.